В воскресенье ловите звезду, ну или дайте ей упасть, чтобы загадать желание. Творческая группа «Мартовский заяц» совместно с астрономами Саратовского государственного университета приглашает в село Подстепное, чтобы посмотреть на созвездие сквозь призму легенд, ну и без телескопа, конечно, не обойтись. Марта, расскажите, что еще там будет? Фестиваль «Звездопад» задуман мультиформатным. Это значит, что кроме наблюдений за звездами, там еще будут мастер-классы по рукоделию, по ремеслам, мастер-класс по танцам, по контактной импровизации, по танцам хастл и еще многое-многое другое. Будут выступать поэты, будут выступать наши саратовские музыканты. Если у вас есть яхта или хотя бы тельняшка, то в эти выходные вас ждут в Затоне. Здесь пройдет регата «Великая Волга». Сегодня уже состоялось открытие, и вот такая пасмурная ветреная погода играет только на руку спортсменам. Сильный ветер, скорость яхты увеличивается, а яхта идет быстрее. Оранжевый мяч вам понадобится в субботу. На Театральной площади пройдут соревнования по уличному баскетболу. Приходить сюда в одиночку не советую. Лучше приводить с собой троих друзей, тогда будет полноценная баскетбольная команда. Кроме турнира по баскетболу, завтра пойдут соревнования по кроссфиту на набережной Космонавтов. И в Затоне состоится соревнование по пляжному футболу. Все эти мероприятия приурочены к Дню физкультурника.